Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия», в студии Руслан Джукаев. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в еженедельном заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию России под председательством Марата Хуснуллина. Он подвел итоги реализации мероприятий в рамках курируемых им нацпроектов в сфере жилищного и дорожного строительства, модернизации системы ЖКХ за первое полугодие этого года. Марат Хуснуллин отметил, что в целом сохраняется позитивная динамика по всем показателям. В сфере жилищного строительства Карачаево-Черкесия сохраняет набранные темпы и находится в числе лидеров по стране по вводу квадратных метров жилья на человека. В Карачаево-Черкесии расследуется уголовное дело в отношении членов преступного сообщества, включая должностных лиц, совершавших противоправные действия с квартирами умерших граждан. По данным следствия, фигуранты нотариус, бывший начальник районного отдела ЗАГС и семерых местных жителей, подыскивали квартиры в Москве, Московской области и городе Сочи, принадлежавшие умершим лицам. За взятки бывший начальник районного отдела ЗАГСа оформляла подложные свидетельства о заключении при жизни собственником недвижимости, брака или чьем-либо усыновлении. При этом в роли мнимых усыновленных и супругов выступали члены преступного сообщества. На основании указанных подложных документов нотариусом оформлялись наследственные дела и право собственности на объекты недвижимости. Право собственности на объекты недвижимости переходило фигурантам. В дальнейшем незаконно полученное имущество отчуждалось на основании сделок купли-продажи, а вырученные денежные средства распределялись между членами сообщества. В результате преступных действий фигурантов совершены незаконные сделки с более 10 объектами недвижимости. Общий причиненный материальный ущерб устанавливается. Преступная деятельность указанных лиц выявлена и пресечена благодаря совместной работе региональных ведомств МВД и ФСБ. По ходатайству следственного органа судом в отношении обвиняемых избраны различные меры пресечения, в том числе заключение под стражу и домашний арест. По уголовному делу проведены обыски по месту работы и жительства фигурантов, в ходе которых изъята компьютерная техника, документация, сотовые телефоны и носители информации. Жительница Черкесска перевела интернет-мошенникам 9 миллионов рублей. Злоумышленники работали по очень четко продуманной схеме, позвонили жертве, представившись сотрудниками ФСБ. Женщина должна была взять кредиты и перевести средства на безопасный счет, который ей откроют мошенники. Они использовали данные реальных сотрудников полиции, ФСБ, других служб, от которых ей якобы звонили кураторы. Апогеем всего этого стала продажа двух квартир по заниженной цене и перечисление денежных средств на тот же самый безопасный счет. Убедительным фактом для срочной продажи послужила информация, что черные риэлторы занялись продажей ее квартир без ее ведома, и она рискует остаться ни с чем. А следовательно, ей самой в очень короткие сроки необходимо реализовать жилье и поменять кадастровые номера квартир. В итоге жительница Черкесска осталась без жилья и крупным кредитом на сумму 9 миллионов рублей. Покупатели у них были готовы. Просто были готовы. То есть они приходили с деньгами, с наличными деньгами. И все это было сделано просто молниеносно. Потом уже, когда вот это все сделано, вот тогда очень поздно вечером, буквально ночью, он позвонил и сказал, что на самом деле они являются гражданами Украины. И оно было сказано даже не в оскорбительном тоне, а в таком, знаете, уничижительном тоне, что это их цель. И что я не то, что там не первая, я уже миллионная. В сети интернета распространяются недостоверные сведения по поводу произошедшего в часовне близ села Хасаут-Греческое. Якобы неизвестными был спилен православный крест. Сведения о случившемся акте вандализма и о причастности к данному происшествию третьих лиц не подтвердились. МВД по Карачаево-Черкесии проведена соответствующая проверка, в ходе которой установлено, что опора креста сильно проржавела, что послужило причиной его падения. Кроме того, смотритель часовни подтвердил, что это не первый случай, опора уже однажды приваривалась. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь.
Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Порывы будут до 12-14, а днем в горах до 18. Температура ночью 14-19, в горах до плюс 12, днем 30-35 градусов тепла. И местами до плюс 26. В северных и центральных районах высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 17-19, а днем 33-35 градусов тепла и высокая пожароопасность. В Теберде открылся первый поток военно-патриотического лагеря «Авангард». Главная цель – создание условий для формирования у молодежи лидерских качеств, устойчивой гражданской позиции, чувства верности Отечеству и раскрытия творческого потенциала будущих защитников страны. Подробнее расскажет Майя Хамдохова. Новые возможности для нового поколения. Первая военно-патриотическая смена в Теберде будет проходить до 23 июля. 7 дней активного отдыха обещают оставить самые теплые воспоминания среди воспитанников военно-патриотического лагеря «Авангард». По словам организаторов Минмолодежи, автономной некоммерческой организации «Моя карьера» и учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» при поддержке Росмолодежи юные патриоты уедут домой, получив массу положительных эмоций. В программу лагеря входит начальная военная подготовка. Это строевая подготовка, тактическая подготовка, огневая подготовка. Также помимо этого у ребят есть возможность поиграть в футбол, волейбол, есть площадка для стрельбы из лука. То есть помимо военной подготовки, конечно, у ребят будет еще возможность обрести много других полезных навыков. Лагерь будет проходить в два потока. На этой неделе время первых. Для участников созданы отличные условия безопасности и комфорта. Интересные дискуссии и лекции в режиме «Вопрос-ответ» проводили между собой участники лагеря и организаторы. В ходе беседы молодых патриотов погрузили в историю, культуру и географию Кавказа, что очень важно для укрепления духа патриотизма. Как говорят сами участники лагеря, грустно будет прощаться, но мы уедем с новыми силами и новыми друзьями. Обидно всем расходиться, расставаться друг с другом, да, прощаться. Вот. Ну, думаю, я узнаю еще по ходу, у нас еще несколько дней, думаю, узнаю много всего нового. Самое главное, я считаю, что это взаимоуважение, взаимопонимание, дисциплина, само собой, субординация, ну и оптимистический настрой, позитив. Помимо тактической и физической подготовки, молодые участники проходят еще и огневую. Поэтапная инструкция для сборки и разборки автомата, основы безопасности военной службы, общевойсковые уставы – все, чтобы защищать и защищаться. По словам опытных наставников, как ни крути, а выражение «тяжело в учении, легко в бою» пригодится и в жизни. Объясняем ребятам, для чего это оружие предназначено. Также тренируемся, порядок неполной разборки, сборки, отработки нормативов. Майя Хамдохова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия, Теберда. Высокий профессионализм в борьбе с инфекционным заболеванием. Главный врач республиканского противотуберкулезного диспансера Смаил Байрамуков был отмечен дипломом на Всероссийской научно-практической конференции. О работе тубдиспансера и трудовых буднях главного врача подробнее расскажет Алихан Липшоков. Туберкулез – инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Сегодня в республиканском тубдиспансере уделяется особое внимание пациентам в лечении этой инфекции. Главный врач медицинского учреждения Смаил Байрамуков вот уже много лет изучает новые методы оказания помощи больным туберкулезом. Его деятельность и работу всего медперсонала высоко оценили на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, где обсуждались вопросы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза. Участвовали представители стран БРИКС. Здесь идет эпидемиологическая оценка туберкулеза как в России, так и во всем мире. Делятся опытом работы, какие методы лечения применяются за рубежом, какие применяются у нас. Сейчас задача поставлена к 2030 году
максимально снизить уровень смертности и заболеваемости от туберкулеза. На сегодняшний день от туберкулеза можно полностью излечиться, если его выявили на ранней стадии, отмечает Смаил Хамзатович. К сожалению, многие наши пациенты не обращаются к нам при появлении симптомов этой инфекции, а приходят тогда, когда болезнь принимает тяжелую форму, рассказывает главный врач. Вот первые признаки – это то, что больной устает. Вот он утром встал, он вполне здоровый человек, собрался, поехал на работу, покушал, поехал на работу, вообще проблем нету. Возвращаясь с работы, у него слабость, устал человек, не обращает, к сожалению, на это внимания, говорит, что ну, перетрудился, работы было много и так далее. Ночью у него появляется потливость, ночью он потеет. Если бы он померил температуру вечером, да, 18-20 часов, у него температурка была бы субфеврильная, там 37-37,2, вот такая температура. Снижается у него аппетит. Вот на все эти вещи он как бы не обращает внимания. В туб-диспансере помимо стационарного лечения также функционирует и санаторное. Еще с дореволюционного периода со всей России люди приезжали в Теберду, где полностью излечивались от этой инфекции. Реабилитация необходима для полного восстановления пациента. Наш санаторий в Теберде – это очень хороший способ реабилитации наших больных. Мы знаем, что еще до революции люди приезжали туда даже без медикаментов, только подышать воздухом тибердинским, насыщенным пыльцой хвойных деревьев. С переездом в новое здание в 2012 году для врачей и пациентов были созданы все комфортные условия. Весь медперсонал полностью укомплектован. Все больные находятся на учете и проходят лечение в медучреждении. Туб-диспансер тесно взаимодействует с Центром инфекционных заболеваний, который помогает при лечении тяжелобольных. Алихан Лепшоков, Зумрат Гербекова, Миха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Первая мусульманская викторина на знание норм ислама и шариатского права прошла в центральной мечети Узжигуты. Состязание на теологическую эрудицию собрали 5 команд, которые представляли приходы мечетей разных населенных пунктов района. Ахмат Халкечев продолжит тему. Первая исламская викторина собрала 5 команд, сформированных из числа прихожан мечети аулов Новая Джигута, Саритюс, села Важное, Узжигуты и станица Красногорская. Проверка знаний тоже идет в 5 дисциплинах. Это таджвид, сира, пророки, фикх и разное. В каждом разделе по 12 вопросов, но все же мероприятие больше нацелено на просвещение, нежели на выявление уровня богословских знаний участников, уточняют организаторы. Наша республика – это ханефитская республика. Мы бы хотели, чтобы она была, это распространялась. И вопросы по иншлону вот, нацелены именно вот на эти, вот, на такие вопросы. И также есть вопрос там про историю пророков, там про сахабав есть сподвижников пророка. И мы думаем, что после сегодняшнего дня большинство молодежи будут знать, как себя вести в той или иной этот вопросе себе. То, что конкуренция будет высокой, стало понятно с первых же ответов, полученных от участников. Оно и понятно, ведь среди собравшихся немало и выпускников лучших исламских вузов. В начале игры, несмотря на исключительно молодой состав, серьезным отрывом вперед вырвалась команда «Села Важная». Но ближе к финалу опыт и хорошо скоординированная работа команды от города Узжигута проявились в полной мере. По количеству заработанных баллов лучшими оказались они. Какими бы знаниями человек не обладал, в любом случае в таких мероприятиях он узнает для себя что-то новое. На что он меньше всего обращал внимание и так далее. И это тоже как бы является мотивацией для того, чтобы заполнить вот эту пустоту, в которой ты упустил что-то. Вопросы конкурса весьма разнообразны. Были как общего плана, так и практического применения. Второе место заняли верующие из станицы Красногорская. А замыкает тройку лидеров команда аула Саритюс. Обидно не столько, что проиграли первое место, а за то, что знали ответы, но не могли вовремя вспомнить. Мы еще раз убедились, что мы всегда должны укреплять свои знания, повторять, заучивать и знать свою религию. Идея провести конкурс принадлежит имаму первой мечети Узжигуты Азамату Кушетирову. Ну а в организацию, как в плане моральном, так и материальном, активно вовлеклись практически все прихожане. Денежный приз в размере 50 тысяч рублей предусмотрен только за первое место. А для остальных участников организаторы подготовили ценные подарки и сувениры. Проверить свои знания, получить подарок могли и зрители, следившие за соревнованиями. Ахмат Халкечев, Ринат Муков, Вести Карачаево-Черкесия, Узжигута.
Вкуснейшее варенье, настоящий донбайский мед, душистый травяной чай. Все это и не только представила Карачаево-Черкесия на гастрофестивале «Вкусы России», участники которой смогли попробовать не только ароматные варенье, мед и чай, но и отведали традиционные хачины с домашним сыром, которые приготовили для них прямо на площадке фудкорта. На любой вкус была и культурная программа, кулинарные и творческие мастер-классы, яркие выступления артистов, многонациональная, колоритная, насыщенная концертная программа. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Пятая группа крови». Всего доброго и до встречи в эфире.